Вот я его увидела, когда до еще начала первого курса, до начала учебы, было собрание волонтеров. И все сидят, и, как мы знаем, Аркадий Львович любит опаздывать, он вошел последний, и на весь зал ему кричат: «Это вы белый?» И он совершенно спокойно: «Да». И проходит в зал. И я думаю: господи, какая потрясающая фамилия и какие потрясающие кудрявые волосы. В нашей тусовке долгое время была кличка Марадона. У него была такая шевелюра. Ну, у меня, кстати, тоже такая прическа была. Потому что быстро все растет, и на сборах не всегда успеваешь постричься. Парень, вот с этой, говорит, прической, вот с такой, говорит, играет шевелюрой. Ты, говорит, не подскажешь, в какой парикмахерской сделают такую химическую завивку? Бог его одарил вот таким, да. И он был таким, да, ярким, знаете, можно сказать, персонажем, который харизматичным, который, ну, отличался от всех. Никогда не думал о прическе Аркадия Львовича. Вот. Хотя, когда он пострижется, я всегда говорю: Львович, что, постригся, что ли? Он говорит: да. Я говорю: заметно, посимпатичнел. Вот. То есть Аркадий, он как-то мог себе позволить вот носить ту прическу, которую считает нужным. Да, это выделялось, но вот он вот тут мог себе это позволить. Любой спортсмен на филфаке, а уж тем более футболист, это уникальный человек. С другой стороны, все-таки нет, как, не так, как в американских университетах, когда звезда спорта известна всему университету. Нет, честно, у нас, конечно, такого не было. Да нет, у нас на самом деле в университете было очень много спортсменов, поэтому, ну, как так, мы не подозревали, что вот Аркашка добьется таких высот. Я знал, что Аркадий учится на филфаке, он знал, что я заканчиваю журфак, и, соответственно, вот так вот встреча произошла, при том, что... Она произошла во второй команде Дины. Называлась она «Дина Маба», и в этой команде как раз появился Аркадий, хочу сказать, Львович, тогда Аркадий Белый, да, может быть, никому неизвестный футболист, но настолько ярко там себя проявил, что совершенно там спустя несколько месяцев он уже оказался в основном составе Дины, и с тех пор там он играл до конца, скажем так, основных своих диновских лет уже в основном составе. Потом уже, когда... В первой команде Дины мы уже стали оба играть. Соответственно, с этого же момента нас администраторы уже как это, поставили в пару, ну, университетские же. Вот. И с тех пор, с 92 года, мы с Аркадием все время жили вместе в одном и том же номере, ходили все время парой. Ну, наверное, вот первое знакомство произошло, мы практически одновременно пришли в Дину. Он, конечно, пришел немножко раньше. Мы как раз с Мишей Маркиным пришли вообще в одно время. Мы играли еще по какой-то юношеской команде вот за этот советский район. Там, ну, как раз вот эти перипетии были, когда я пришел в Дину, Аркадий Львович там уже был лидером команды и уже год или полтора отыгравший в ней. То есть, как бы, знакомый человек, конечно, было приятно. Мы с моим другом, который мы вместе приехали на просмотр, попали на тренировку в течение всей недели, на тренировке Дины. Вот я помню это четко, у нас в Олимпийской деревне мы попали на тренировку. Вот как раз там я с ним познакомился, прямо вот видел его, конечно, как он играл, но вот прямой контакт произошел вот тогда. И действительно, это было, ну, незабываемо, ярко все. Даже помню, что мы попали с Аркадием Львовичем в одном сочетании, можно сказать, на тренировке, да, вместе вот удалось с ним в одной четверке сыграть. Ну, тренировки, да, друг против другой. И игрок, который сразу ощущает, что он, для него не было секретов, он и завершал, отдавал. Играл на высоком уровне, и, конечно, тогда хотелось соответствовать. И не заметить 10 номера Аркадия Белого было невозможно, так что о нем я хорошо знал.
Потом наша команда КПРФ впервые была собрана и играла в турнире политических партий. Это был 2003 год. Так получилось, что мы этот турнир выиграли политических партий. И возникла идея команду не расформировать, а продолжать играть. Команда стала играть в чемпионате Москвы. И вот после того, как она стала играть в чемпионате Москвы, мой сын Иван меня познакомил с Аркадием Белым, с которым он сам познакомился раньше. Ну, если не ошибаюсь, это было так. Это было в Московской Федерации Футбола. Аркадий Львович приехал. Ну, на тот момент для меня Аркадий Львович, сейчас уже просто мой друг Львович. Вот, приехал туда по своим делам каким-то футбольным. Ну и также приехал я. Вот, на тот момент у нас уже существовала команда КПРФ Москва. Тогда еще каких-то лавров мы не снискали. Вот, мы где-то были середнячки чемпионата Москвы. Ну и как раз вот та самая встреча стала поворотной в истории нашего клуба, когда Аркадий сам принял участие, он уже имел такую возможность играть в команде КПРФ Москва, подтянул к себе прекрасных ребят: Михаила Маркина, Александра Верижникова, Дениса Горина, Олега Денисова, Илью Самохина. Это, я считаю, был такой звездный состав команды КПРФ Москва. Я старался ни одного матча не пропускать, потому что смотреть игры этих ребят было просто наслаждение. Просто наслаждение. Это как такое большое искусство. И, конечно, мы с их участием стали многократными чемпионами Москвы. Ну и после этого уже возникла идея, может быть, она возникла как раз у Аркадия, что надо двигаться дальше. И внесли предложение Геннадию Андреевичу, он это предложение одобрил, и команда стала играть в чемпионате России в высшей лиге. Он демиург. Он прям пришел и из ничего создал все. Вот я это понимаю так. Определение, да, там белый Пеле. Игрок, который действительно был ярким на поле, был и бомбардиром, и ассистентом. Его четверка, я помню, даже его четверка, она быстрая была, она играла такой динамичный, вот как мы сейчас говорим, такой мобильный, быстрый футзал. Вот тогда вот у Аркадия Львовича получалось в том сочетании, в котором он играл, играть вот такой современный футзал. Он всегда был готов открыться под начало атаки. И это очень важно, особенно сейчас, потому что, ну, вот для современных футболистов я вижу, что этим не пользуются. При том, что у нас-то были ограничения. Мы, когда поворот мяч вводили, мы не могли дальше середины поля его ввести рукой, там, ногой, неважно. Он должен сначала был коснуться, и открываться под такие было сложнее. Но Аркадий всегда умудрялся открыться на той половине поля или там на центральной линии для того, чтобы начать атаку. Года проходят, а у нас не теряется это понимание. И если мы собираемся, там, Верига, Львович, я, там, Тимур иногда, то прям она никуда не девается. Я уже сейчас, если мы в какой-то момент вместе попадаем, я понимаю, что я уже далеко от всего, но Львович умудряется сохранять свою форму, свое голевое чутье даже сейчас. Техника сумасшедшая, да, иногда сейчас скучаешь за вот такой мелкой техникой, даже уже глядя на нынешнее поколение игроков, не часто встречаешь игроков с таким креативом и с такой вот этой тонкой техникой. Аркадий ведь в 93-м году получил право на не только золото чемпионата России, но и на серебряную медаль. Он ровно пополам сыграл за вторую команду, которая была в этой же лиге, да, и был лучшим бомбардиром не только команды, но и чемпионата на тот момент. Ну, то есть, по-моему, там за Костей Еременко сразу шел вторым вот, во всем чемпионате, и его перевели в первую команду. И вот в этот момент как бы получилось так, что его перевели после первого круга. То есть, по всем правилам, он имел право и на золото, и на серебро.
Таких футболистов я что-то не очень много знаю. Помню, как один раз я поняла, что папа какая-то важная шишка, когда мама попросила нас сидеть очень тихо в одной комнате, закрыть нам дверь, потому что у папы брали интервью по телефону. Но это было там тоже, мне, наверное, было там лет 5-6. Вот. Ну, я подумала, что если у папы берут интервью по телефону, значит, он кто-то важный. Мне было, наверное, 7, когда были главные спортивные, так сказать, свершения у папы. И я тогда, конечно, еще не настолько сильно понимал футбол и в целом вообще, что происходит. Вот. Но с годами я больше погружался, и это, конечно, очень интересно. Ретроспективно узнавать какие-то интересные стороны отца. Конечно, поначалу его очень трудно было воспринимать таким серьезным действительно спортсменом. Во-первых, он небольшого такого росточка. Когда им в Дине выдавали форму, у него там было написано название их спонсора, и последнее слово этого спонсора не помещалось на его футболке, он всегда уходил в спортивные трусы. И у него была надпись «Новый русский». Вот. Ну, у нас вообще веселая команда была. Там все, каждый по одной фразе, и ты уже с животом, который невозможно остановиться. Ну, каждый день как-то так проходил. Там достаточно было войти в раздевалку, и тебя, пока ты со всеми по кругу хочешь, здоровуешь, тебя уже обсудили, твой наряд или что-то еще. Что-то там не так сделал, виски как побрил, там, да, все, там, прошлись по тебе, и ты уже доходишь, уже весь. Было юмора немерено. У нас были заводилы, которые по этому направлению, по части юмора. Но мы с Аркадием к ним не относились, у нас другие заводилы были в раздевалке, но за животы хватали все, и после тренировок, соответственно, шла уже тренировка пресса через смех. Мы настолько понимали и друг друга и чувствовали, что нам не нужны были. У нас очень редко были такие ситуации, когда кому-то приходилось что-то говорить в раздевалке или кого-то подгонять, потому что большая конкуренция, огромное уважение и любовь к клубу, да, огромное понимание того, за какой клуб ты играешь, оно не позволяло как-то не вести себя, не играть спустя рукава. Поэтому таких ситуаций, когда кому-то приходилось встряхивать игроков, ну, их было, может быть, считанное количество раз. Знаете, нет слов, спасибо, и все. Он был всегда лидером, потому что так, ну, это его индивидуальные возможности, его харизма внутренняя, да, которая ему позволяла в той звездной Дине быть лидером, да, это о многом говорит. И я чувствовал это, например, не только в его присутствии. Вот, например, без него очень много игроков, с кем тогда дружили, диновские футболисты и другие, от них я чувствовал, насколько они его уважают. Он всегда мог поддержать разговор на любые темы, потому что он очень образованный, он очень человек компанейский, с ним очень легко общаться в том числе, да. И у нас, если там взять вот те годы, у нас очень была образованная команда, то есть реально вот слово, к которому сейчас, наверное, может быть, так многие относятся с непоняткой, реально у нас все практически футболисты того поколения были с высшим образованием, да, то есть это говорит о том, что люди могли совершенно четко общаться на любые, что политические вопросы, что исторические вопросы, что там спортивные, в том числе, разумеется, что какие-то внутренние, семейные, то есть он всегда был вхож в любую вот эту вот как бы роль, и с ним очень приятно было общаться на любые темы. И вот эти качества, я думаю, что он перенес уже в другой жизни, в плане уже руководства. Конечно, это совсем другое, да, играть, а потом руководить. Так, если приоткрыть завесу тайну, Аркадий Львович не очень часто ходит в раздевалку. Я, пожалуй, хожу чаще. Но мои тексты, речи, обращения команды, они скорее более такие эмоциональные, вот. Но бывают такие сложные моменты, когда нужно именно профессиональное мнение. Но такие моменты я прошу Аркадия Львовича тоже сказать пару слов. Вот. Но он, еще раз говорю, он все-таки с точки зрения работы общается с футболистами, чуть менее эмоционально, вот, чуть более практично. Ну, считаю, правильно, в этом плане у нас очень неплохой тандем.
А кому посвящаете галы сегодня вы? Ну, в моей личной жизни через некоторое время произойдут изменения. Я женюсь, и поэтому я хотел посвятить свои галы моей невесте, будущей жене Кате. Аркадий все время в разъездах, на сборах. Как вы к этому относитесь? Ну, я считаю, что это сопровождает просто его профессию, и я считаю, что она дает ему очень много, большое удовлетворение, много счастья, поэтому я не обращаю на это внимания. В общем, Аркашка, будучи футболистом, довольно часто отсутствовал дома, и воспитание детей было в основном на Кате, но это прям... Это было потрясающе, на самом деле. Это вот было настолько здорово, хорошо, и они до сих пор настолько нежно относятся друг к другу, что прям такое ощущение, что они вчера вышли из ЗАГСа. Самое интересное в отношении родителей – это то, насколько они друг друга дополняют. То есть есть какие-то моменты, где блистает папа, где есть какие-то моменты, где блистает мама, и вот этот вот симбиоз, даже я бы сказал, энергетический, он очень интересен. Вот, и я бы сказал, это очень здорово выглядит. Да, у меня называют Аркаш, но в принципе все его называем Белый или называем Львович. И даже я вот честно часто вот как-то я думаю, я могу про себя подумать, ладно, Белый скоро придет. То есть такая фамилия, тут никакая кличка не нужна. Папа умел очень хорошо разделять рабочую, так сказать, рабочие вопросы и семейные вопросы, поэтому я бы сказал, наверное, даже... С Аркадием Львовичем на работе, и вообще я с ним познакомился опять же позже, когда там стал приезжать на матчи, вот, потому что дома папа как бы другой. Я знаю, что в жизни он может быть очень жестким, и спорт всегда человек как бы заставляет быть жестким, тут никуда не денешься. Но вот, к счастью, в семье этого не было совсем, и я это очень ценю, потому что действительно вот все-таки сын и дочка — это очень разные, как бы сказать, по идее, стили воспитания, то есть много неожиданностей всегда. И вот действительно, мне кажется, что нам удалось вот как-то действительно найти очень правильный какой-то подход, и, может быть, это даже немного неожиданно. В младшей школе папа был довольно строгий, вот, но это в целом, я, наверное, могу сказать спасибо, это меня мотивировало. Вот дальше я как-то дальше сам стал сидеть, он в основном дальше просто помогал советами и какими-то поддерживающими словами. Я бы не называла папу строгим, мне кажется, у нас вообще родители такие довольно всегда были к нам очень демократично настроены, вот, но в целом помню, что, конечно, если надо было прям так поднажать на нас, там, как-то серьезно поговорить, то мама все-таки отправляла папу чаще, вот, то есть в такие моменты, как бы я знала, что если там папа пришел со мной разговаривать, то это что-то серьезное. Но папа никогда не кричал, я такого не помню. Скорее, ну, уже само по себе то, что папа там как-то мной недоволен, на меня очень так влияло, и мне хотелось, ну, чтобы этого не было, и мне хотелось как-то загладить, наверное, свою какую-то вину и там как-то объясниться. И с папой, и с мамой, и, соответственно, с сестрой, ну, лично с моей стороны общались очень хорошо. Поэтому, наверное, мне кажется, каких-то таких проблем на эту тему не было. Вот. Все очень как-то уважительно друг к другу относились и общались. Это, мне кажется, тоже было очень важно. Жили дружно. Вообще, у нас маленькая очень разница в возрасте. Он всего на 2,5 года старше меня. Поэтому, в принципе, мы уже не помним момента, когда мы как-то были... как вели какие-то отдельные жизни, как бы всю жизнь всегда были вместе, вместе играли. Ну, конечно, брат для меня всегда был таким авторитетом, я слушала ту музыку, которую слушал он, смотрел те фильмы, которые смотрел он, там, играли мы, конечно, всегда там в Лего, смотрели «Звездные войны», поэтому я так, среди своих подружек, я, наверное, была больше такая, девчонка-мальчишка такая, потому что про принцесс мне в детстве мультик не показывали, потому что смотрели в основном то, что как бы нам обоим подходит, и это такое все было, ну, традиционно более такое мальчишеское, насколько себя помню, никогда каких-то серьезных... Мне кажется, наоборот, скорее мама могла вызвать папу, чтобы против нас как-то высадить, а мы могли, мне кажется, с братом наоборот, в какой-то теме против мамы так это объединиться и начать ее продавливать. И мне кажется, тут как раз наоборот мама могла вызвать папу на подмогу, чтобы хотя бы двое против двух было. И поскольку Вероника очень похожа на Аркашу, то в принципе могло все получиться так, что реально она бы стала спортсменкой. То есть у нее очень хорошие данные. Ну, просто она немножко более ленивый человек, и поэтому, я думаю, спорт не пошел исключительно из-за этого, что, как бы, когда тренировки пошли по нарастающей, нужно было ездить каждый день,
просто мы устали ездить. А вот физические данные, да, Аркаш, просто он их видел сам, поэтому это не было удивительно. Ну, на самом деле, папа не подталкивал вообще. Меня, на самом деле, потом многие и друзья спрашивали, ну, насколько там папа нас в спорт, в общем, как-то пихал, как-то продвигал, старался ли, чтобы мы стали спортсменами. На самом деле, мне кажется, скорее наоборот. Я прозанималась год, мне, на самом деле, нравилось. Даже один раз мы участвовали в каких-то соревнованиях. Я, правда, ну, в моих воспоминаниях это скорее какое-то неловкое воспоминание, потому что я помню, что я была запасной, и меня так и не вывели в основной состав, и я помню, что папа тогда пришел смотреть, и поэтому мне было особенно стыдно, что я так и не сыграла. Не знаю, насколько хорошо бы я в итоге сыграла, потому что я, говорю, занималась только год. Лично мое главное воспоминание — это то, что папа всегда в этом вопросе был очень ненавязчив, то есть, естественно, он никогда не давил, что я вдруг должен начинать какую-то там музыкальную карьеру. Вот, но с другой стороны, при любом каком-то моем желании, допустим, что-то рассказать или как-то там, например, купить инструмент первый. Папа всегда был максимально поддерживающим. Вот, поэтому я это очень с теплом вспоминаю, как папа всегда помогал мне и рассказывал всякие интересные там секреты про инструмент. Вот, это было очень полезно, по крайней мере, вот в начале того, как я начинал вообще знакомиться с музыкой именно как исполнитель. Он прекраснейший совершенно отец. Он разрешает детям очень многое. Но при этом у него настолько мощная харизма, что у его детей не возникает желания его ослушаться в чем-то, потому что, ну, Аркашка, он всегда прав практически. И это вот прям чувствуется, что они его не просто любят как отца, но и уважают вообще как человека, и он для них очень-очень большой авторитет. Если вдруг что-то не нравилось, мы всегда это обсуждали. Даже если я что-то сделал совсем безответственное, обычно это всегда все равно превращалось просто в диалог. Один из случаев, да, как раз был, когда я, наверное, первый раз сильно напился. Вот. Но опять же, папа тоже максимально аккуратно провел со мной дискуссию, как этого можно избежать в будущем. Ну, действительно, сын выпил. А накануне организм выпил. Ну что тебе, о чем здесь говорить вообще? Есть забавный случай, но я не знаю, насколько папа будет рад, что я его вспомнил. Как-то было, я просто его запомнил, это действительно, ну, возможно, уже история немного была по-другому, я уже мог забыть, но я почему-то хорошо запомнил, что один раз мы были с папой в супермаркете и в очереди на кассе, на кассе узнал кто-то явно из фанатов и спросил: «Извините, это вы?» Вот, а папа почему-то сказал: «Нет, это не я, вы познались». И как бы мы стоим, потом мы сели в машину уже после этого, и я папу спрашиваю: «Слушай, папа, почему, ну, как бы ты не сказал, что это ты?» Вот он говорит: «Ну, я не знаю, я как-то с тобой, у нас вообще какой-то этот семейный выход оптовый. Вот, что я буду говорить, что да, это я со своим майонезом». Вот, я почему-то очень хорошо запомнил эту фразу. Как я понимаю, Аркадий увлекался всеми видами спорта, и там, и коньками, и волейболами, и баскетболами. Важный факт – начало интереса к спорту. И более того, интереса к футболу. Уже 2-3 года Аркадий, например, стоял на коньках. И вообще, возможно, могло бы все сложиться по-другому, в сторону хоккея. Но потом сложилось в результате в сторону футбола, и уже в 4 года Лев Семенович его выводил в лес, давал ему мячик и говорил: «Обводи, обводи сосны, учись обводить». 4 года. Я считаю, что роль Льва Семеновича в становлении Аркадия была просто не просто большой, а ключевой. Ну, я думаю, что Лев Семенович огромный просто вклад внес в становление Аркадия. Ну, понятно, что как папа, как человека внес огромный вклад, но и как футболист. То есть он в него верил всегда. Он за него болел всегда, он старался не пропускать игры никакие. Для Льва Семеновича спорт действительно всегда был очень важен. То есть вот еще до аркадных побед всегда это была какая-то очень важная часть его мировоззрения и всей семьи. Поэтому, так что да, это вот спасибо ему, это точно абсолютно.
Я, наоборот, только и успела, мне кажется, застать как раз такой период, ну, вот на моей уже вот памяти взрослой, да, как раз максимально, мне кажется, такого единения папы с дедушкой, поэтому мне казалось, что так было вообще всегда, и вот, вот этот вот их такой союз сына и отца, вот в моем представлении, как будто он, ну, вечен, он был всегда. И, ну и до сих пор, я думаю, конечно же, тоже остается. Но интересно, что, например, мама мне потом рассказала, что, оказывается, вот именно в таком дружественном, тесном контакте дедушка с папой были, ну вот как раз уже вот сколько вот мой взрослый возраст, вот, а раньше они там, может быть, чаще входили в какие-то, ну, я бы не сказала конфликты, но по рассказам дедушка был гораздо более такой жесткий, крутой отец. А чего-то мы добиваемся в противоборстве, тут без этого никак, классическая психология. Ну и естественно, что у Аркадия тоже это было, то есть что-то он вынужден был доказывать отцу, как все мы, а в чем-то его отец выстроил его жизнь, возможно, взявший его там за руку. Но я подробности вот прям вот таких вот прям вот не могу вспомнить, но по ощущениям и по разговорам, то есть вот такая вот история. То есть иногда нужно было противодействовать, и в этом, собственно, закалялся характер тоже. Я думаю, они похожи очень, как с возрастом становится, да, и по всем таким вещам. Я думаю, он где-то похож на Льва Семеновича, и я думаю, что с возрастом какие-то его как раз сильные качества он на себе. Он, мне кажется, не только просто переживал и болел за сына, что для отца естественно, но он вкладывал все возможности, которыми он обладал, для того, чтобы вот Аркадий стал таким, каким он стал. Ну, дай бог такого папу каждому. Ну, вообще, Лев Семенович, он сыграл роль становления не только Аркаша. Он был таким, ну, как всегда в большой тусовке, есть всегда родители, которые родители не только своим сыновьям или дочерям, но и всем остальным. И вот Лев Семенович был таким вот человеком. От его отца я чувствовал поддержку, справедливость, о чем мы говорили, да, и правильное восприятие всего. То есть он, когда находился даже среди ребят, футболистов, да, он создавал эту ауру такого позитива и правильности, знаете, вот потому что это был человек, который на все смотрел интеллектуально, правдиво, и была для меня большая честь общаться с ним. Он приходил на каждый матч, и он как бы анализировал действия, не то что там только Аркадия, да, и наши действия, то есть с ним можно было пообщаться вообще на тему развития и в целом там нашего вида спорта, и в целом команды. Он очень радовался успехом команды и успехом своего сына, совершенно понятно, да, потому что Аркадий реально, это гордость отца однозначно даже не обсуждается. И потом, когда впоследствии он еще стал, ну, таким представителем, я не знаю, как правильно сказать, и команды КПРФ тоже, он сидел на всех матчах, и на VIP-трибуне мог сидеть, и в центре там с футболистами, то есть человек... Без привлечения стал одним из наших основных болельщиков. Вот он постоянно был на трибунах, даже несмотря на свой почтенный возраст, ездил с нами в поездки. Ну, действительно, он в какой-то степени стал символом нашего клуба, очень переживал. Поэтому мы его вспоминаем только с теплотой и благодарностью. Мы там в VIP сидели, смотрели игры, очень много общались. Он всегда был в курсе, он всегда... У него всегда было свое мнение, оно не всегда совпадало там с мнением руководства, но с ним всегда было интересно, и я понимаю, что, конечно, Аркадий очень прислушивается к отцу, конечно, я знаю, что эта связь как бы была, что... Ну и она была даже, когда я еще работал, и на протяжении всех этих лет я понимаю, что, конечно, Лев Семенович был в команде, он видел, он смотрел, конечно, у него был огромный опыт, и я думаю, что он им делился, он подсказывал, как правильно себя вести, как правильно разруливать те или иные ситуации. Да, и действительно это было, и это было на моих глазах, и я понимал, что действительно, если Аркадия какие-то возникали сложности, он всегда у него был человек, к которому он мог прийти и получить совет. Я лично очень всегда радовался, насколько они, так сказать, сошлись на теме футбола, особенно вот в текущей его версии, потому что им обоим это действительно очень интересно. Ну, опять же, я точно не могу сказать, но я думаю, Семенович сильно повлиял по вопросу футбола на папу.
Вот. И было очень здорово смотреть, как они уже оба такие довольно взрослые и респектабельные в разных сферах люди могли встречаться, обсуждать какие-то вопросы футбола, иногда там что-то организовывать вместе. Это было, я бы сказал, очень здорово смотреть, такая прекрасная динамика отца и сына. Может быть, я тоже в каком-то формате такой достигну. Он по гороскопу близнецы. Вот именно про Аркаша я считаю, это правда. Вот близнецы, то есть очень такой разносторонний тип личности, который всегда интуитивно как-то адекватен происходящему. И, соответственно, я уверена, что даже я не знаю все его грани, потому что, ну, не всегда же я рядом. То есть вот в разных каких-то жизненных ситуациях он может быть очень разным. Но он всегда адекватный. И вот это, мне кажется, одно из его самых удивительных качеств. Прагматично смотрящий на все. То есть не преобладают эмоции, нету каких-то радикальной крайности. Да, он всегда пытается, особенно вот в той истории, что мы вместе уже сколько лет, больше 5 лет, я всегда могу, ну, отметить и наблюдаю, что его решения, его мысли, они очень подготовлены. Он хороший товарищ и друг. Это видно по тому, как они все дружат своей бывшей командой «Дина» и до сих пор поддерживают тесные контакты. В первую очередь Аркадий для меня друг. Это однозначно. И любое его проявление в рабочем там, или в нерабочем режиме, какое есть, оно просто принимается на 100%. С ним легко, то есть он всегда поможет, он всегда расскажет, если это надо, имеется в виду там словами, подскажет, я не говорю там какую-то финансовую составляющую, если надо, я думаю, что к нему обратиться, он всегда и с этим вопросом решит. Человек, который вот, который никогда не откажет ни в какой ситуации, он все время будет реально тебе помогать, и я ему в том числе, поэтому я очень рад, что у меня есть такой друг. Действительно очень надежный и верный друг. Аркадий, потому что такой человек, с которым, ну, по-моему, не подружиться нельзя. Как всякий нормальный человек, я пытался найти, с кем, собственно говоря, подружиться. Вот. И Аркадий был просто первой кандидатурой, на которую я, так сказать, остановил свое внимание, потому что он был лидером и умел очень хорошо находить баланс между своей, в общем-то, уже тогда проявлявшейся интеллигентностью, но и при этом как-то умудрялся находить общий язык и с нашим местным хулиганьем, которого в классе было более чем достаточно. Раньше говорили, так, с ним бы я в разведку пошел. Вот с Аркадием я бы пошел не только в разведку, а куда угодно. На край света, там и дальше. Неважно, кем он будет. Будет ли он дальше продолжать руководить клубом? Будет ли что-то еще? Его жизнь может кардинально поменяться, но другом он быть совершенно не перестанет. Знаете, бывает так, аура такая, кто-то вот стоит компания, и кто-то отошел, и сразу как-то разговор не клеится, что-то какая-то повисла неловкая пауза. Вот это как раз скорее про Аркадия. Он человек, который объединяет вокруг себя, с которым всегда интересно, вяжется разговор. Всегда был центром внимания, вот, и до сих пор, мне кажется, это остается очень актуально и очень здорово, что всегда, то есть, как сказать, центр мероприятия обычно вот часто на встречах с друзьями, ну, именно папиными, вот, всегда видно, что папа притягивает на себя как можно больше внимания. И он какой-то вот не как шоумен, да, скажем, а вот он, наоборот, как бы простой человек, но где он, вокруг него всегда много людей. Когда он берет гитару, например, там, и что-то говорит, да, и он как бы объединяет вот этих людей. Из тех людей, которые всегда находят повод, когда сказать: парни, все, пора вместе собираться. Я ему за это очень благодарен, потому что иногда действительно ты уходишь, ты забываешь, и когда мы вместе встречаемся, я испытываю такие, ну, классные эмоции, вот, вспоминаю все, поэтому я могу действительно, очень редко я мог его видеть каким-то с очень плохим настроением, всегда, всегда позитивный, всегда человек, который знает, что он хочет, и знает, как этого добиться. Это действительно видно. Вот в какую бы область он ни погрузился, там он старается достичь определенных успехов. И ты понимаешь, что, ну, говоришь с человеком, который знает, что говорит, знает
цену словам. Приходя, он быстро понимает ситуацию. То есть это вот его сильное качество, мне кажется. И после этого, как он это понимает, он правильно себя позиционирует в этой ситуации. Разносторонний, упертый, жизнерадостный. Веселый, общительный и решающий вопрос. Творческий, однозначно лидер и интеллектуал. Талантливый, невероятный. И музыкальный. Талантливый, коммуникабельный, эрудированный. Профессионал, товарищ, такой фигура, которая объединяет всех, одним словом как-то назвать, поэтому у меня два получается, объединяющая фигура. Ну, я бы сказал так, хороший футболист, профессионал в деле, чем он занимается, и хороший друг. Душа компании яркий, если так подойдет. Юмор. Спокойствие. Уверенность. Я думаю, что он целеустремлен, он трудолюбив, и я думаю, что он действительно, как и мы все, очень, ну не то что честолюбив, но человек, который хочет побеждать. Который, если за что-то берется, то хочет сделать это лучше всех. Наверное, самый главный фактор это для меня, это то, что он объективный. Аркадий умеет просчитывать вперед многие ситуации и предпочитает даже их просчитывать вперед, а в хорошем, положительном смысле этого слова. Ну, это, наверное, как раз тоже ноги здесь растут от слова «справедливый». Объектив, ну, от слова «объективный». Вот. И, наверное, этому многие из нас даже могли бы поучиться, даже я мог поучиться. Да. Раньше это вызывало действительно больше смеха, особенно когда я учился, это был просто сродни анекдоту на самом деле, потому что когда кто-либо слышал, что я филолог здесь или что я спортсмен в университете, вот, то это все вместе вызывало какую-то просто бурю эмоций, вообще в основном, так сказать, такого язвительного толка. Вот только в команде как бы знали, понимали, как бы иногда шутили, да, там на тему, ну, это там университетские, там и все там, а, ну, грубо говоря, вовне, среди соперников, там, на играх, там, в сборных, там, еще где-то. Нет, эта тема вообще как бы не обсуждалась и не поднималась, потому что, ну, все-таки на первом месте игра, на первом месте результат. Честно, его гуманитарные способности мне очень хорошо известны. Вот, не случайно, все-таки мы как сокурсники. То есть, если в спорте я не понимаю ничего, может быть, понимаю чуть-чуть, но очень мало, то вот в том, как он здорово владеет словом, как он может отлично совершенно шутить, как он может совершенно вот так спонтанно генерировать очень высокого уровня тексты. Он, конечно, может очень прекрасно излагать свои мысли и доносить их до тех, с кем общается. Когда мы едем в какой-то компании, где-то надо выступить, сказать тост или выступить перед большой аудиторией, когда приезжаем в другие города, мы сразу Аркадия Львовича на первый план выставляем, потому что знаем, что он всегда красиво скажет и найдет какую-то изюминку. Пока очень хорошо смотрится сборная, и надеемся, что это так сохранится. В двух матчах с немножко разным уровнем соперником, в принципе, один и тот же уровень очень приличный показали наши ребята, и не случайно вот с такими уверенными счетами оба матча закончились. У нас у обоих филологическое образование. Действительно, талант у Аркадия в том, что он умеет очень достаточно четко, емко выражать свои мысли, свой взгляд на ту или иную ситуацию на поле, и он этим пониманием как бы радует зрителя, ну, если можно так сказать, да, то есть зритель благодарен ему за то, что Аркадий высказывает свою профессиональную точку зрения. И получается, на вбегании оказывается на позиции столба, что очень редко для Паула, играют обычно из глубины или на фланге, это редкий случай, но была свободная зона, и он здесь разобрался как классический столб. Любому зрителю, слушателю это интересно слушать, а не просто там смотреть, да, то есть это комментатор, который, я считаю, что один из топовых вот
в нашей реальной жизни, вот сколько комментаторов есть, Аркадий Львович никому не уступит, мне кажется. Он, конечно, очень такой подкованный, скажем так, специалист. И еще и потому, что он просто выиграл все на свете, как игрок. Он один из лучших футболистов нашей страны, и бомбардиров в том числе. И его познания именно вот еще как бы языковые, они подчеркивают его мастерство и уверенность. Потому что, когда он комментирует, честно говоря, просто приятно слушать, особенно если ты немножко еще знаешь этот вид спорта. Например, я про себя даже сейчас скажу. Я вообще с прибольшим удовольствием слушаю и понимаю, о чем он говорит. И те, кто не совсем еще понимает, они могут у него учиться. Даже можно учиться на тренировке, да, там, на упражнениях, а можно учиться, выслушав человека. И то, что касается его комментариев, там очень много полезного можно подчеркнуть. Очень человек находится в теме, это всегда очень приятно, когда ты комментируешь, допустим, футзал, и ты понимаешь, что человек говорит со знанием дела. Человек, который, с одной стороны, блестяще разбирается в том виде спорта, который он комментирует, с другой стороны, хорошо владеет языком, его комментарии всегда очень интересные, и всегда, когда он с кем-то ведет репортаж, это одно удовольствие слушать его. И у него были даже такие интересные истории, насколько я знаю, что у него был нон-стоп с утра до вечера, откомментировал 7 матчей большого футбола. Я вообще не понимаю, как это можно было выдержать. Вот. Но я думаю, это вот забавный случай, который можно у него уточнить, как это все происходило. Прикольно, лучше друг с телевизора разговаривает. Я говорю, Оль Львович к нам в дом пришел. Вроде на кухне, но он из телевизора. Ну, то, что когда папа комментирует, это вообще, слышать папин голос где-то в квартире, когда его нет, это вообще привычное дело. Но мы всегда шутим за то, что если это прямой эфир, то мы всегда зато точно знаем, где папа находится. Пройдет лет 20. Кем вы хотите, чтобы стал Аркадий? Известным филологом или, скажем, старшим тренером Дины? Я очень часто, кстати, думала об этом, но пока я ответить точно не могу. Мне кажется, что просто время покажет. На мой взгляд, он очень успешный. Да какой, почему на мой взгляд? Это реально все знают. Он очень успешный руководитель, и это дорого стоит. То есть стать чемпионом и добиться столько всего, как игрок. Это касается и игры там в команде Дина, это касается и игры в сборной, понятно совершенно, да, и стать чемпионом Европы, и добиться столько всего, как руководитель, это касается и команды основной КПРФ в первую очередь, да, и команды второй КПРФ, вообще все, что касается развития мини-футбольного клуба КПРФ, все это связано тесно, неразрывно с Аркадием Белым. Умеет найти правильный подход к любому игроку. Это не всегда просто, потому что, ну, все мы люди, у каждого из нас есть особенности, и уметь вот такой подход сделать, это... Ну, и он, конечно, умеет вокруг себя собирать людей, команду, и он безусловный авторитет, его слушают, к его голосу прислушиваются, и, наверное, точку в любом разговоре, в любом анализе ситуации все-таки ставит Аркадий. Он безусловный авторитет. Человек, к которому всегда все обращаются на всех уровнях сейчас, потому что они прекрасно понимают, что он один из лучших специалистов сейчас в этом виде спорта. Он мог прийти на тренировку, он прекрасно понимал, потому что что там происходит, да, как работает тренер, потому что мы на одних и тех же принципах, как были воспитаны. Человек наш, мини-футбольный. И ты какие-то вещи организационные, вот по тренировкам, еще что-то по играм, там по составу начинаешь ему говорить и объяснять это, он все это понимает, потому что сам, видя, что происходит на поле, все это чувствует. И, понимая уже меня, он прям сразу, мы находим общий язык в этих вопросах. Он с ними может говорить на понятном им языке. И они, конечно, безусловно, к его советам всегда прислушиваются. Мне было комфортно все свои, что немаловажно, все свои обещания выполняют. И это тоже очень здорово, потому что тогда тренеру гораздо легче работать. Наши начальники, руководители его уважают, а подчиненные, я бы даже не знаю, вот вы согласитесь или нет, где-то немножко даже побаиваются. Вот, он довольно на работе жесткий человек. Вот, ну, здесь не вижу никаких проблем. Есть два Аркадия Львовича для меня. Это вот строгий твой руководитель, босс, и совершенно другой человек, когда мы выезжаем на какой-то отдых или вот какую-то игру товарищескую какую-то, ветеранскую, да, и он там вот просто вот
человек, который для тебя сделает все. Понимает, когда взять музыкальную паузу, когда все просто нужно, может быть, взять гитару и сесть всем, и какой-то вопрос как бы зарешать. Он вообще такой человек неординарный. Он не просто вокруг себя собирает людей, но умеет как-то их зажигать. Это какие-то идеи иногда безумные. Это прекрасная игра на гитаре. Ну а что такое на первом курсе филолог, который играет на гитаре? Я слышал такую историю или легенду, я уж не знаю, как это правильно назвать, что чуть ли не на одной личной площадке с ними жил Ким. Да, и, соответственно, Юликин, да, и, соответственно, чуть ли не сам Ким обучал Аркадию аккордам. Я очень горжусь, что есть человек, который разделил, скажем так, вот это музицирование вместе со мной, потому что это мое реальное хобби, оно всегда было моим. И когда в такого уровня команде появился человек, который умеет прекрасно играть на гитаре, то есть это было вообще какое-то знамение для меня, и мы с ним, конечно, прошли очень большой путь. Я не говорю сейчас про путь футболиста, да, про путь вот этого музыканта, потому что у нас в те годы очень часто и на сборах мы выезжали, мы брали с собой гитары, а их было в основном две. Если мы с собой не брали гитары, например, там, в частности, в Чехии, мы могли это сделать там, то есть мы покупали просто там в Чехии, представляете, гитары, мы ехали на сборы, и свободное от работы время нам разрешали тогда, тренерский состав прекрасно понимал, что мы, ну, как бы мы можем. Причем мы делали очень это красиво, и ребята нас все поддерживали. Вот. Мы не выдавали какие-то концерты там непонятно где, мы просто это делали для себя. Но реально это было очень сильно. Про Юдина мы знали, что да, гитара там, он как это афишировал, а Аркадий Львович не афишировал. Оказалось, что он не хуже, а может где-то и лучше Андрюхи, ну, именно и знает больше текстов там, и играет на гитаре здорово. Аркадий феноменальная память. Он помнит огромное количество песен. Притом не только как их играть, но и слова. У нас немногие могут этим похвастаться. Была написана песня, которая называется «Гимн Дины». Там и моя роль там большая, и Аркадий Львович очень большая. И в плане музицирования, и в плане текстовки. Подключился, кстати, к нам там очень тесно и Олег Денисов, и Михаил Маркин, так между нами говорят. То есть мы реально там сделали это. Я считаю, что это просто чистый хит вообще. Просто это реальный хит мини-футбола. Ну, в те годы это чисто было про Дину, поэтому я больше, как бы мы ее посвятили больше Дине. Дина, наш дом. Не слушали? Нет. Вот так вот. Вот что нужно знать про папу. Он никогда не поделится лишним. Когда-то в первом классе моя классная руководительница попросила детей, ну, нас, то есть своих учеников, ответить на вопросы такой небольшой анкеты о своих мамах. И вот, например, там было, что мама любит больше всего. И вот интересно, что я написала, когда папа поет казачьи песни. Ох, то не вечер, то не вечер. Но в целом очень много таких. Тут даже трудно выбрать, но вот навскидку, да, казачьи песни. И это вот как-то у меня ассоциируется с папой. Ну и, конечно, я люблю, когда он их поет, и у него хорошо получается. 40-50 человек могло быть в гостях. Вот. Мы объединяли несколько столов вместе, чтобы все эти люди могли сесть одновременно за один стол. Всегда был какой-то в конце музыкальный момент, вот, сам папа и его близкие друзья очень много поют и играют на инструментах, вот, поэтому это всегда было тоже такое яркое завершение вечера. Гитара, душа компании, всегда вокруг него, но если будет белый, то будет весело, интересно, хорошо и душевно. Этот поезд в огне, нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, куда больше бежать. Папа, конечно, в принципе, центр, наверное, своей компании. И для меня это всегда был такой пример вообще дружбы, такой дружбы в большой компании. Наверное, и я в своей вот, уже взрослой жизни тоже люблю вот, собирать друзей именно так, именно вот в таком каком-то формате, такого большого сабантуя, где все общаются, где
собираются какие-то и хорошо друг другу знакомые люди, и, может быть, не очень хорошо, и все знакомятся, там, едят, пьют, в общем, веселятся. И мне кажется, что, ну, папа действительно большую роль сыграл в том, что он сохранил, как бы, вот так вот друзей из университета. Это, на самом деле, далеко не у всех происходит. Все, что он поет, это наши с ним общие любимые композиции, песни. И мы любим одни и те же команды. И то, что он исполняет, иногда это даже немного лучше, чем то, что вот можно услышать на концерте. Мы были на одном мероприятии, идем ночью, старый Тбилиси, вечер, все в хорошем настроении. И мы идем по переулку, там вот как раз в центре Тбилиси, вот эти переулок много маленьких. И откуда-то, знаете, вот такой свет, и мы увидели в подвале маленькое кафе. И внутри такой винный магазин еще, вот, ну, разные вина грузинские продавали, и все это. И плюс такой вот барная стойка, и внутри народ сидит. Мы зашли туда, интересно нам было, и он увидел, стоял, пианино стояло, да, и гитара еще там. То есть получилось так, что под хорошее настроение мы зашли туда, и... Можно сказать, устроили мини-концерт. Аркадий Львович зажег, там народ заходил, слушал его. И это все, звук на улицу выходил. И кто проходил мимо, тоже заглядывал. И потому что он несколько таких композиций исполнил на таком высоком уровне, что это было действительно захватывающе, ярко. И мы это вспоминали, что случайно вот в Тбилиси ты еще концерт провел ночью там. И вокруг нас сели люди, наслаждались. Где-то на Можайском шоссе, не помню, как это место называется, он поехал, это было буквально года, наверное, 3 назад, он поехал с одной командой, не помню тоже, играли они в футбол, и потом сидят, они играют на гитаре. А я просто, он не знал, что я на этой же базе нахожусь, и время там какое-то ночное, там чуть ли не час ночи, мы сидим, они сидят, и в этот момент из темноты, с еще одной гитарой просто появляюсь я, то есть это был какой-то вообще фейерверк, мы ржали, обнимали там друг друга, и в результате мы там зажгли еще очередной концерт, который, соответственно, опять же закончился аплодисментами нескончаемыми. Мы вместе делали дело, и когда мы это делать вместе с Дели, мы всегда любили вместе, в общем, собираться, потому что в этом отношении, говорю, мы были очень дружные. И да, он и по сей день замечательно справляется с гитарой, потому что так получается, что, ну, мы вот последние несколько, может быть, 2-3 года летом как-то мне удается наконец со всеми встретиться. Мы едем в Хвалынск, и там, конечно, расцветает буйно музыкальная программа всех диновцев. И, ну, как говорится, кто талантлив во многих вещах. У его однокурсницы и одновременно подруги моей жены школьной случился день рождения. Здесь недалеко, в Замоскворечье, на улице Бахрушина. А Львович, к тому же, был времени кумиром всего курса практически. Вот. И мы совершенно случайно там, что называется, взяли гитары и выучили в один момент песню «Парусный флот» Кирпичко. Вот, собственно говоря, с этой песни все и началось. И он сказал, я не знаю, что такое грехи, но мне душно здесь. Пора поднять парусный флот. Мы решили на двоих дуэтом спеть Высоцкого в те еще времена. И наша классная руководительница ужасно испугалась этого вольнодумству и пресекла это где-то на втором куплете. Ужасно было обидно. Вот. И потом было очень смешно. Потом это было смешно. Ой, Ваня, гляди-ка себе, попугайчики! Нет, я ей бог закричу. А это кто в короткой маечке? Я, Вань, такую же хочу. О, The Queen, конечно. Да, нет, если бы не взлетел футбол, вот честно, я тоже часто думаю о том, что вообще могла бы музыка, конечно, взлететь, потому что это абсолютно точно, это как сказать, не мое мнение, а это правда так, что его музыкальные способности абсолютно экстраординарные. И уже вот опять же со студенческих времен, в принципе, это было так. То есть на слух подбирает, не нуждается ни в каких там приложениях,
Но это не любительский уровень. Вот в чем дело. Это очень серьезно, да. Это всегда так было, и я это всегда признаю. Это действительно так. Ну, я бы, наверное, сказала несчастный случай, просто потому что это, наверное, первое, что приходит в голову. Папа лично знаком с участниками этой группы, и вообще с детства мы слушали их песни, и родители... Ну, мне кажется, вообще история родителей очень тесно связана с историей этой группы, потому что, ну, такая известная история нашей семьи, что когда-то еще, когда они учились в МГУ, и несчастный случай тоже, как-то учились, что ли, в МГУ, или только заканчивали. И, в общем, они, родители ходили на их концерты, когда они вообще там еще не были никаким несчастным случаем, а просто были какими-то ребятами из универа. Вот, поэтому... И папа очень часто поет, конечно же, песни этой группы. Поэтому, ну, вот, наверное, первое, что приходит в голову, потому что папа туда, ну, может вообще, хоть, мне кажется, завтра начать с ними выступать, и вообще никто ничего не заметит. «Аквариум» — это довольно интересный проект, в котором есть много исполнителей. Мне кажется, папа именно как один из участников был бы тоже очень интересно представлен. Не знаю, у меня почему-то в голове все время крутится группа «Секрет». Вот, может быть, там в качестве солирующей роли. Или еще вот либо «Секрет», либо «Несчастный случай», мне кажется. Ну, опять же, это не совсем честно, потому что эти песни, естественно, папа часто играет. Возможно, поэтому у меня такая ассоциация. Мы с ним участвовали в одном таком совершенно феерическом проекте, который назывался «Киношник». Мы с друзьями в пивном баре 033 бельгийской брассерии пели песни группы «Кино». И вообще Аркашка на самом деле туда зашел просто, ну, идеально на самом деле. То есть такое ощущение, что это вот прям его родное, то, что идет из него. Это было правда здорово. Я думаю, что там можно взять и какой-нибудь и черный кофе, можно уйти в Розенбаума, можно прислониться там щекой к Юрию Антонову, понимаете, там и еще какой-нибудь там «Лейся песня». То есть здесь вот здесь неограниченное количество групп, которые он может играть, и в какой бы он играл, я не знаю, в любой. В любой. Он в этом смысле, скажем так, я не мог бы его, наверное, представить в какой-нибудь попсовой группе, там какой-нибудь там условный «Ласковый май». А все, что хоть немного там, ну, рок, бардовская песня, я думаю, что и классика, и все, что посередине, и все, что между. Ну, он, я думаю, писал свой. Аркаш, пусть все складывается в твоей жизни ровно так, как ты хочешь, ровно так, как ты задумал, мечтаешь, планируешь. Пусть все друзья будут всегда рядом, давай чаще встречаться. Пусть команда всегда побеждает, пусть благополучие в семье не иссякает, дети радуют неимоверно. Самое главное, будь здоров, дари нам свою радость, дари нам свою улыбку, свою дружбу, мы всегда рядом. Я горжусь тем, что мы являемся коллегами, являемся друзьями. Я всегда говорю, что 73-го года рождения люди, они талантливые, умные. И никогда не стареют. Поэтому хочу тебе пожелать крепкого здоровья, творческих успехов, того, что ты задумал в своей жизни. И единственное, что я себе, наверное, пожелаю, чтобы оправдать твои надежды, то, что мы вместе можем добиваться больших успехов. С юбилеем тебя, дорогой. Аркадий, дорогой мой друг, я хотел бы поздравить тебя с юбилеем. 50 лет – это немного и немало. Но за эти 50 лет ты проявил себя как великолепный спортсмен, ты достиг очень больших результатов, практически глобальных, я бы сказал, результатов. Ты великолепный бомбардир, один из лучших в российском чемпионате. Ты чемпион Европы, сейчас ты добился огромных результатов как руководитель, поэтому ты можешь этим гордиться, а я горжусь тем, что я знаю тебя. Хочу пожелать тебе здоровья, чтобы ты никогда не унывал, но у тебя никогда практически этого не было. Уверен, что твоя команда КПРФ еще принесет тебе золотые медали, надеемся, уже даже в этом году. Ты знаешь, я всегда поддерживал твое мнение, ты можешь на меня полностью положиться, тем более живу я в Климовске и, наверное, пока в Москву не собираюсь переезжать, поэтому в моем лице ты всегда будешь получать хорошего и друга, и, соответственно, зрителя, который всегда придет со своей семьей и поддержит вашу команду, теперь уже, наверное, и мою команду. Я, кстати, сижу, у меня даже часы подаренные КПРФ. Желайте всего самого хорошего. Конечно, не обойдется без пожеланий здоровья тебе и близким. Но вот мое основное пожелание, наверное, будет такое, чтобы у нас с тобой
еще было долгое время заниматься своей любимой работой. Ну, надеюсь, ты меня поймешь. Аркадий, ну, во-первых, я тебя от души поздравляю с твоим 50-летием. Прекрасный юбилей. Этот юбилей тем хорош, что, с одной стороны, накоплен прекрасный жизненный опыт, с другой стороны, впереди очень-очень большие перспективы. Конечно, желаю тебе здоровья, успеха во всем, ну и побед. Главное, мы, люди спорта, хотим, чтобы всегда нас сопровождали победы. Ну, я хочу от всей нашей семьи большой, с большим удовольствием поздравить Аркадия Львовича с его юбилеем, пожелать ему самое главное здоровья, каких-то новых свершений. Я понимаю, что как бы работа работы, но если что-то хочется добиться в этой жизни, чтобы у него это получилось. Львович, всего тебе лучшего и еще столько же лет жизни в дальнейшем. Доживешь до 100 и там поговорим еще раз. Аркадий, поздравляю тебя от всей души с юбилеем. Желаю тебе счастья, здоровья, радости, успехов, удачи. Чтобы команда, которую ты курируешь и за которую очень сильно переживаешь, всегда тебя радовала. Всего тебе самого доброго. Обнимаю крепко. Аркашка, в твои 50 ты уже так много сделал, что, пожалуй, мне бы хватило на все 75. Так что, пожалуйста, не снижай темпов, чтобы мы тебе по-белому очень хорошо завидовали. Что такое 50? 50 – это 5 и 0. Но что вот я хочу пожелать, чтобы в этой жизни 5 всегда было в нашу пользу, в твою пользу, Аркадий, чтобы всегда 5-0 было в твою пользу, чтобы ты всегда был Аргентиной и никогда не был Ямайкой. Пап, поздравляю тебя с юбилеем. Я, в общем, очень рада, что я родилась именно в семье белых. Вот, спасибо тебе большое за вообще, наверное, всю мою жизнь, наверное, все, что у меня сейчас есть, это благодаря тебе, ну и, конечно, благодаря маме, но поговорим сейчас о тебе. И, в общем, я всегда знаю, что у меня есть такая стена поддержки, видимо, его папы, и для меня это очень ценно. И, в общем, я надеюсь, что все так будет и дальше. И, в общем-то, я бы сказала, что, наверное, за всю мою жизнь, вот сколько себя помню и сколько помню тебя, ты вообще не меняешься. Поэтому, наверное, единственное, что можно пожелать, что продолжай оставаться все таким же. И вообще 50 лет – это не возраст. С днем рождения. Аркаш, поздравляю. Люблю. Влюблена в тебя, как 30 лет назад. Обожаю. Аркадий Львович, от души вас поздравляю с золотым юбилеем. Хотя вы золотым чемпионом стали в 25 лет, это делает вам честь. И вам много определило вашу спортивную и гражданскую позицию. Вы, как человек и личность, мне всегда были симпатичны. Прежде всего тем, что вы талантливый журналист, вы хороший организатор, вы классный спортсмен, вы надежный товарищ и друг. Поэтому хочу поблагодарить всех, кто рядом с вами жил, работал, воспитывал, поклониться всем вашим близким и друзьям за то, что они вместе вложили в вас так много, а вы это использовали на пользу всех нас, и в том числе и нашего спортивного клуба. Как организатор и директор, вы в этом отношении показываете блестящий результат. Мы только что проводили пленум, демонстрировали свои достижения. И должен сказать, у нас единственная, похоже, в мире партия, которая имеет такой спортивный клуб, где звездочкой и золотым призом для всех нас является мини-футбол. А вы в этом отношении являетесь не просто мастером, а выдающим человеком. Мне приятно, что у вас талантливый тандем. Иван Мельников-младший, и вы вместе создаете такой ансамбль, такой дуэт, который выдает на гора классные результаты. Я надеюсь, что ваш юбилей отметит и наша суперкоманда. По крайней мере, уже разгромили
и газовиков, и нефтяников. Осталось только добраться, похоже, до Норильского никеля. Но, тем не менее, вас с юбилеем, добра, счастья, удачи. Наша искренняя благодарность и глубокое уважение.